время Baku Fashion Week здание морского вокзала превратилось в настоящую фэшн-площадку, которая собрала вокруг себя всех неравнодушных к миру моды. Оставайтесь с нами, и вы узнаете все самыми первыми. ID Fashion Real Emotions. Наверное, всем людям, которые нас сегодняшний день поддерживают, сегодняшний с нами они, да, они оценивают, будет всего этого, да, и в дальнейшем будет поддерживать нас. Я благодарен всем, кто был здесь, которые что они с нами были, поддерживали нас, да. Надеемся, что они в дальнейшем всегда будут поддерживать. Спасибо вам тоже, эти фэшн, которые что с нами был. На Backstage Deluxe смотрите ID Fashion. Сегодня на мне красивое платье от Deluxe. Оно мне очень нравится тем, что оно кожаное, со всякими красивыми вставками, со шлейфом, такое воздушное, красивое платье. Наша коллекция называется «Orientale di Lusso», то есть это называется, это в переводе с итальянского, «Восточная роскошь». Ткани мне понравились, там подбор цветов, все вот, не знаю, там все красиво было, мне понравилось. Натуральный шифон использовали, газар использовали, натуральную кожу, замшу, то есть в общем с натуральными тканями мы работали, и еще мы использовали лазерную вырезку. Бренд Deluxe. Смотрите нашу коллекцию на ID Fashion. Я пришел поддержать твою подругу Сехри Рагимову. Я надеюсь, что у нее будет шикарный показ. А так, конечно, я могу сказать, что организация и все, и в целом все, что происходит сегодня в Баку, на Baku Fashion Week, это отлично. Мы на Baku Fashion Week специально для ID Fashion. Я участвую в показе Сехри Рагимовой. На мне теплый костюм, в нем очень комфортно и удобно. Также на мне кожаные перчатки. Все будет отлично, спасибо. Сегодня я участвую в показе Сехри Рагимова.
Мне очень нравится наряд, он сверкает. Я бы одевала это пальто на каждый день. Ну, когда, конечно, холодно. IT Fashion Real Motion! Woo! Коллекция Fall Winter 2016 и 17. Я воспользовалась не то что модой 2016-го, 17-го. Я основной воспользовалась вот этими тенденциями и хотела создать что-то красивое, стильное и сексуальное. Называется Gold Page, так как я считаю, что это волоса жизни моей, считается для меня золотым, поэтому я этим дорожу, ценю, поэтому моя коллекция называется Gold Page. Сегодня повзрослела. Я смотрю, и у меня голова разрывается, но я так счастлива, что это все закончилось хорошо. Я Сегри Рагимова. Посмотрите мою коллекцию, которая называется Gold Page на ID Fashion.